Ёпта. О, господи! Что я им сделал? О, блядь! Всем привет, зрители, гости моего канала. И с вами я, Виталий Кратос. Сегодня будем играть на DayZ. Я снимаю это утром. Бежит зомбак. Опять. О, господи. Они повсюду тут набегают на меня. Вот со всех сторон. Это, короче, DayZ Hard, если что. Чисто я посмотрел, поиграл на Light, поиграл на обычном PvP. То есть все единичное, PvP, правда, еда не тратится. Ну там, чисто протестил так. Еще стрим проводил, там люди многие были. Что за здание? Люди многие были, они видели, что там творится у меня. Я без брони полностью нулевой, просто с ножом. Хорошо. Правда, я взял все, повыкидывал. Странно повыкидывал, типа в инвентарь все сложил. У меня это удалилось все. Это странно было. Не знаю, что на харде будет, наверное, типа все будет быстро. Быстрее тратиться или типа того. Расстояние, конечно, большое. Да поменьше так бегать. Потому что батарейка. Ёптое. О, господи! Что я им сделал? О, хоть что-то, теплая одежда, да? А, в смысле? Как бы это... Ага. Не замерзать в холодную погоду. Ну, сейчас как раз-таки она... В принципе, они меня не так сильно бьют. Но, блядь, просто когда ты выходишь, там такая мордашка такая торчит. Это дело страшно. Хотя давай убьем. Чё бы нет. Может, у него что-то выпадет? В принципе, зомбаки не страшно, но опять же, бывает тогда, когда просто выходит из-за угла, начинает пугать тебя. Я где-то... Ага, я здесь. Тут игроков мало, поэтому залутаться можно спокойно. Бляшка, кто-то был. Тут кто-то ходил, это по-любому. Все, что вместе, это нож, и все. Но остальное не в счет. Это я в Чернобыле, не Чернобыле, а как... На Че, как называется. Чернакова, вроде бы. Туда тэпнулся. Погулял немного на обычном PvP, там опять петушки поматерились. Ну, все по дефолту, короче. Как я понял, тут ресурсов будет поменьше выпадать, то есть у меня вот вообще что-то не выпадают. Да. А выживание тут намного сложнее. Ноги устали. Лол, тут даже такое есть. Ноги устают бегать. Ну, в принципе, логично, кстати, да. Чё-то мне хард больше нравится по душе, но если тебя убьют, то это, блядь, просто, наверное, будет самое необразимое. Вот тут я бы взял дробовик. На 15 патронов, мой любимый. Против зомбарей всегда действует. Костерчик можно, нужно даже, я бы сказал. Лол, тут только два. Это ножик. Ну, ножик, наверное, можно заменить вместо автомата. Типа поставить в пустой слот. Ну, отдельно. О, жрачка. Будет важнее в каких-либо стрел. Там, может, сейчас арбалетом не так и пользуюсь. Потому что у меня его нету. Что это? О, сумочка, то, что ей нужно было. Правда, первый левел, ну ничего. Обычная фляжка. Угу. Я помню, как я копил фляжки на стриме. У меня 12 фляжек было. И воды не сейчас. У меня там вроде бы... Я никуда не убегал, я там же остался, короче, на там, где мы играли. Но... Фляжки у меня теперь там полные, то есть абсолютно полные. Я бы сейчас карту посмотрел, конечно, полное свое местонахождение, но я не разобьюсь. Все, яйца. Ты еще разбился и подох, да, нормально было бы. Я, кажется, обратно пришел, да? Я чисто так обойду. Городок большой, это больше на Комарова похоже что-то смахивает. Ну, именно там карта есть, я имею в виду. И там написано, типа, что да как. Зато я не замерзаю, вот это вот топ. И лута будет побольше, наверное, здесь, чем на других DayZ-ах. Типа лайт или что-то такое. Бля, хочу дробаш. У меня там патроны, еще и пить нужно. Там кока-колу хоть и наполовину заполняет, дайте вот ее. HKS сервер, если что, лаунчер называется. Сервер DayZ Hard, и, наверное, по DayZ сейчас пробегусь. Посмотрю на серверах, что, где и как. Хотя я уже и просмотрел. Там, в принципе, все однотипно, но не совсем. То есть,
развитие одно и то же, но на харде, естественно, оно будет по... Так, по мне. Или я люблю хард. О, бита. 4. Хотя то же самое. Хотя ножик тратится, поэтому, блядь, лучше биту возьму. Палочку эту. Все. Бить намного лучше, наверное. Ну и дальность плюс. Если она еще влияет здесь. О, Макара, хоть что-то. Палатка. В принципе, мне не нужна, я не шикуюсь ночью. Типа там же спать нельзя. О, дождевик, топ. В принципе, от дождя мы полностью защищены, и мы, нам будет полностью тепло, но... Не хватает брони, патроны, в принципе, уже есть. 8-8. А тут у нас 8 патронов, ну да. Все, максимум, что это такое? О, золотая монетка, одна. Теперь я понимаю, где добываются монетки золотые. Я думал, сундуков не будет. Фонарик, отлично. Правда, кстати, надо его зарядить. Вроде я поставил. Включен заряд 30 минут. А, 30 минут зарядка. Ну ок. Правда, тут бы второго левела, конечно. Тут, ну, все постоянно нужно на карту смотреть. То есть без карты ты, типа, вообще, ну, никто будешь, наверное. Ну-ка, а если я поставлю две типа батарейки? Нет. Ну ладно. Обидно, конечно, что батарейку прокакал. Хотя, опять же, я фонариком не пользуюсь, потому что это, ну, честно, не очень. Фонарики тут не сильно влияют. Вот если бы они взяли и полностью яркость убрали, чтобы она была на минимум просто, то так бы да. Так бы я, блин, просто, наверное, немного чаще играл. Зажигалка. Костер у нас... Нет, нам не нужен костер. В принципе, нам и так будет тепло. Блять. Я понимаю то, что нахера жрачки. Только... Фу, как культурно. Ну и все же, нам костер не нужен, зажигалку я брать не буду, это минус лот будет. 4 фляжки, вот фляжки, как обычно, у меня сейчас набираются, да? Так, там сундук чела. Тихо, падать я не хочу туда и... Да, ясно. Ловушка очередная, самая элементарная, которую должны знать все люди. Тут я не был. Я даже не запоминаю, в каких домах я не был, я чисто вижу по блокам, типа, какие стоят, какие нет. Батарейка нафиг. Чисто минус слот будет. В принципе, я уже тут довольно-таки развит. Но, имею в виду в ресурсах. Что знаю, что куда теперь. Ну и что где находится. Ну что где находится, не совсем, но все же. Вот, смотри. Складываем. А, все норм. Лол, тогда у меня просто исчезло. Ага, ясно. Минус домик. Прикольно. Людей тут, правда, не будет. Я поиграл. О, тут тьма. Поиграл на PvP, меня убили там раза 3-4, не, естественно, я тоже убил там 3 или 4, 4 вроде игроков. Хочу пить, ну вот, начинается жажда. А у нас ничего нету такого, что это такое? Типа освещение. О, морфин, кстати, морфин нужен для того, чтобы залечить ноги, чтобы, если ты их сломал, ноги сломал, то им морфином можно залечить ножки твои, на всякий. Дозет прикольно, но не знаю, ну ненадолго игрушка это. Потому что ты привыкаешь к всему. Не, можно PvP, конечно, с людьми, но для меня как-то это все однотипно и. Они ходят. О, прикольно. Еще по ним нужно тыкать, чтобы специально выпали ресурсы. Если по ним тыкать не будешь, левой кнопкой ЛКМ, то будет все херово. Какой шина, алло. Я понимаю, что тут можно тоже машинку собрать. Паст. Давай пасту съедим. А, мы съели. Нет, паста на воду не влияет. Блять, а воду-то где? Так. Я сейчас, короче, карту гляну. Потому что воды нету. Мне нужно... У меня 4 фляжки. Мне нужно воду срочно набрать. Поэтому сейчас погодь. Снегусь немного и продолжим. В общем-то, ребят, я нашел, где я нахожусь. Сейчас нужно идти на правую сторону и в отель, потому что там, наверное, по-любому пить будет. То есть отель это там оружка вообще хранится, по сути, но, блин, я скоро подыхать буду, это точно. Вообще вода у нас находится сзади отеля, то есть там, вон там у нас вода находится. И что-нибудь. Что-то они слишком быстрые, мне кажется, да? Я понимаю, что это зомбаки, алё. По голове сейчас ударил ему. В конце зажигалка. Нафиг зажигалку. Алло, сейчас подыхать буду от жажды воды. Чё это такое?
Лёль, я тут был. Алло, где отель? Погоди, а, вот. Вроде бы. Да, он здоровый, это он. Кстати, в отеле я и подох, потому что там было тьма из трех человек, двоих я убил, один меня убил. Ну, добил, точнее. Да, там побывал немного. Вот отсюда вот я бежал, и справа будет вход. Ага. Правда, не знаю, где тут сундучки находятся точно, потому что я не успел даже побегать, полутать. Ля, все, сейчас пить начну. Ура, я вошел. Это было очень трудно и очень сложно. Но я постарался. Все ради вас. Вот, все. Жажда пить срочно. Наверное, зря я в отель пошел. Нужно было умирать от жажды. Ну вот, потихоньку он будет умирать. Пить мы никак не можем добыть. По отелю вообще чуть пустой. Лол. А мы успеем добежать? В принципе, хпшки не так быстро тратится, поэтому нужно успеть добежать. Сейчас, короче, побежим. Так, 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 так. Отель. Господи, где вода находится? Давай, мне не до тебя сейчас. Так, отель. А, еще один, господи, отстань, пожалуйста. Опять манданг, да? Третья, окей. Церковь, там. Еще и ноги устали. Отлично. Еще и кровотечение как-то. Окей. Кровотечение есть. Вода, 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 вода. Зомбак, уйди. Еще один. Чем надо? Все? Ура. Пить, 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 пить. А как я заберусь? Блять. В принципе, не торопимся, ножик. Нафиг, ничего. Бандану возьму, они очень редкие. Кровотечение у нас очень часто будет. Умирают жажды, слишком тепло. Ноги устали. Окей. Обуй ботинки. Блять, нету. Все, попили. Хоть что-то. Так, фляжка с водой набрали. Все отлично. Вода тут очень нужна. А забраться я не могу. Ля, надо было немного отбежать и там, наверное. Ну ладно. А, хотя другого нормально поплаваем. Кстати, тут есть этот Smart Moving, как я понял. То, что он плавает не как обычно, а то есть он, ну как, прикольненько. 21 зомби убил. Игроков мало, и на самом деле это прикольно. Потому что чисто можно повыживать, поразвиваться с друзьями, там, один на один. Ну, типа того, это прикольно, но... Если зайдет толпа, конечно, это будет не очень. Все, водичка есть, хоть макаров я взял. Да пусть зомбаки идут, опа, опа. Я не против, чтобы они шли, в принципе. Но стик чуть не падает. Хера вас много. Зато немного хоть поразвеюсь. И да. Мы поедем сразу. На, мана. Не рогай. И тут люди сидят. Противно же им тоже будет. Я, пожалуй, выберу сервер DayZ. Не знаю. Ну, не сервер, а именно не для игры. Говорю, DayZ на несколько, просто на несколько часов в игры. И все. И ты как бы... Ну, остынешь к ней. Ну, блин, не будет такого желания поиграть в нее. Но на харде, вот на харде, да. На харде подольше, конечно, развиваешься. Это прикольно. Что? Несложно. О, господи! Вот я говорю, вот они сзади подходят, твари, пугают меня. Очень даже часто такое происходит. Максимум тут 4 бинда. Это бинт, короче. Да, я буду бинды называть. Бля. Я хорошо знаю английский, но... В последнее время что-то его даже подзабыл. Хорошо так. То есть, вон, как он там, Wolf and the Wolf and Dead было, да, на стриме прикольно. Я даже вам кусок, наверное, сейчас вырежу. Ты серьезно будешь записывать? Да. Ну, типа, пиши Skyrim. Ну, The Walking Dead, Skyrim. Не так, блядь. Неважно. Тихо, я по-своему записываю. Как ребенок заржал, господи. Сука. Я по-своему пишу, не важно. Это мой английский, отстань. Не пал в рот твоему английскому. Тихо, так надо. Я попил.
Не мешай моему английскому, пожалуйста. У меня штамбушки взлетели. The Wall! Я заскриню это, бля, я специально стою момент именно на этом. Если не забуду. Даже его искал немного, замка этого. О, ножик. Топор лучше будет. О, блядь! Дробаш, я сейчас вас нахер всех застрелю, твари. Пугать так, а? Господи, чуть сердце не остановилось после такого-то. На тебе, Пэт, козёл. Бля, сейчас, правда, ко мне все прибегут, ну да ладно. Блядь, как же это страшно было. Я так сиканул, особенно сейчас. Не делайте больше так никогда, пожалуйста. Ох. И как вы насчет того, чтобы я снимал хоррор? Я понимаю то, что я сукую даже от зомбаков, но это просто в неожиданности они такие появляются и пугают. Это, в принципе, стандартная ситуация, но все же. Как вам такое предложение есть, чтобы я снимал хоррор, там, не знаю, с кем угодно, с какими-то людьми? О, ботинки, ура, хоть вставать не буду, хоть что-то, хоть какая-то броня вроде бы. Ой, сумочка, шикарно, второго левела. А бронями пишется почему-то ноль, самодельные ботинки. Ну ладно, допустим. Смарт-мувинг, 200, да, он прикольный, смарт-мувинг, хорошо то, что его добавили. Это, короче, типа развивалки сталкера. Прикольно, вот на харде можно развиваться подольше, потому что другие игры, они, ну, другие DZ, они не очень, они скучные, но PvP можно. Ты встретишь, ну, скорее всего, тиму встретишь, то есть нужно идти не одному, а тиму, опять же, чтобы против кого-то нормально попыхаться. Лол, что? Ясно. Ясненько. Чё-то да. Чё-то всё херово, сейчас не попадал вообще по полной даже. Ползет какашка. Патрончики, хоть что-то. Нифига себе, там броня потратилась у меня. Что-то очень жестко. Лол, уже так. Да, тут скорее всего больше зомбаков убьешь, чем людей. Ибо людей тут немного. Что опять же хорошо, тебя не убьют, то есть ты будешь жить. Довольно долго самодельный нагрудник. О, одна броня. Ура, хоть что-то хорошее. Вообще это кольчуга. Ты откуда там взялся? А, окей. Так, там у нас патрончики есть. Ну, чисто так посмотрел. О, еще коин. Класс, найс. Там вроде бы на спавне, то есть на нулевых координатах можно что-то понакупать. Я правда не знаю, что точно уже. Ибо я давно там был, точнее как давно. Я был там очень давно. Буквально вчера. Угу. Но... Ой, еще коин. Нормально, три коина. Я думаю, что ему только, я думаю, он пить хочет. Что? Что ты хочешь? Топорик надо заменить. Слишком тепло. Давай выйдем тогда, что ли? Или снимем теплую куртку, наверное, да? Теплую одежду. Выйдем на солнышко погреться. И давай дождевик-то снимем. Раз тебе жарко. Вроде бы полегчало. О, с водой. Вода очень нужна. А питье тут ни одна кока-кола даже не выпало. Лол. Короче, да, вот такие тут домики. Развитие прикольное. Только на харде. Говорю, опять же, идите на хард. На харде можете развиваться. Не, ну люди попадаются, но... Ну не всегда, то есть очень редко их можно заметить. То есть можно спокойно бегать, лутаться. И потом уже, типа, не знаю, что делать. Вот потом, когда ты, типа, разобьешься полностью, там, PvP с кем-то, допустим. А вот на, допустим, на других DZ-ах такое вряд ли будет. То есть тут спокойное выживание для людей отдельных, кстати, можно в отель. Там, вроде, барушка должна быть, как я смотрел на карте. Если что, кто будет играть, там в описании напишите, если что, я там смотрю, описание читаю. Говядина. Вот этот вот броне, он довольно мощный, с него броня должна выпадать обычно. Господи. Никогда не заглядывать в листву, это вообще еще та херня. Кстати, а так? А, типа ты скрылся в листве, и тебя не видно.
Прикольно. И зомбак я хочу, дробовика полить. Чтобы они все ко мне прибежали. Ну, в принципе, прикольно. Это типа сталкера выживания больше напоминает мне, не знаю. Это мне напоминает. Не знаю, как вам. Душ. Давайте, я тут. Я понимаю то, что сейчас звук всех привлек. Слышу. Двоих. Все? Ну ладно. Правда, это очень странно, то, что отель пустой. Вот это прил. Сейчас меня это так возмутило немного. Кстати, тут 3 этажа всего. Лол. 4 этажа. Я думал, полный там будет. Либо не наверху, либо не снизу. Кстати, тут можно переползти. Ну, чело. Бежим. Ползти тут вроде можно, сидеть нельзя на картах. То есть, ну, не знаю, сложно. Печально то, что на картах нельзя садиться. Это вот плохо на самом деле. Потому что на картах плюс прицеливание, вообще плюс, смотрите, улучшается. Да откуда вы беретесь, ребята? Тут только ползуны одни какие-то ползают, и все. Больше никого не видел. Ну-ка я запаркурить могу туда, нет? А. Лол, могу. Наверное. Да, смог. Отлично. Блять. Твою мать, я просто взял, сейчас майн закрыл. Господи, как это меня пугает, я не знаю. Ты как реально хоррор игра. Ты поворачиваешь, там херня какая-то на тебя смотрит. Или вот типа того сейчас было. Нифига себе ящик. Сундучел большой. Блять, это реально страшно, когда ты просто поворачиваешься, эти херня. Бля, просто уже не могу. Вы, наверное, подохну скоро от такой, блин. А вот хоррор игра называется. Че это такое? Опять лесной камуфляж, да? Вот такая игрушка на самом деле, ребят. Кому нравится, вряд ли там чел. Такая игрушка, я, естественно, с отеля уйду, потому что. Ну, немного отбегу отсюда, потому что люди бывают такие злые, которые просто бегут за мной. И, ну, ищут мое место и ждут меня, пока я зайду на сервер. То есть я уйду отсюда и меня может даже не искать. Хотя, может быть, вас останусь в отеле, но точно не здесь. Я играть сейчас тут не буду, только если снятие роликов каких-нибудь. Ну да. Буду снимать DZ, посмотрим, что у нас будет дальше, куда мы пойдем. Мы сейчас в отеле. Рейд отеля, короче, у нас был. Довольно страшный. Да. Может, текстурки может поставить? Тут они же есть. Я. Страшно, не хочу. Еще ты можешь разбиться полностью просто, если ты спрыгнешь отсюда. Да, это вот будет страшнее, наверное. Типа, если спрыгнешь, то все, тебе трезда, ты ноги сломаешь, вообще ляжешь, наверное, и ходить него не сможешь. Типа, полностью все, настолько херово. Насчет сундучела вижу. Насчет прыгать в водичку. Кстати, дайте я посмотрю пакет текстуров. 64 на 64. Ну-ка, тест. О, вот это будет, наверное, получше. Текстурки намного, я вам скажу. А, я помогу. Может, шейдеры поставить, а? Короче, это... я поставил, у меня тупо крашнулся серв. Это, в принципе, возможно, нормально. А шейдер тут поставить нельзя. Остальное. Ну, ладно. В принципе, и так сойдет довольно. Давайте, наверное, продемонстрируем, как можно ноги разбить. Если это получится. Нет. Ну ладно. Хотя, погоди, там же есть спуск большой. Ну, ладно. Я думаю, вы сами знаете. И кто на стриме был, тот видел. В принципе, не, высота большая. Вот. А, нет, ноги не разбил, то тупо поранился чуть-чуть. Кстати, а что внизу? Спускайся. Спускайся, говорю. Тварь. Бля, сейчас сдохну же. 4000. Валим. Валим, 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 валим. До свидания. У меня кровотечение тупо идет. Пинты. Господи, чё вас так много-то, а? 3000 хп, алё, я сейчас сдохну. Дождевик, теплая одежда. Блять, надо тупо сейчас ничего не делать, тупо ждать, пока сам отхилишься.
Он сам хиляется, но я думаю, это будет долго, потому что тут, где мы находимся, тут даже, блин, местность не очень, на самом деле. Фига тут страшная свинья. Я возьму. Потом, если что, мы пожарим на костерчике свининку. Правда, у нас еды пока что хватает. Надо перезарядиться, то. Бля, сейчас прибегут другие. У меня тут две... У меня хп нету. Беги же это уже. Ну, смысл патрон тратить иногда. Бля. ХП все меньше и меньше, а хилиться можно только пакеты с кровью. И только. Ну или я не знаю, как еще можно. А что с... А, это крови мало справа. Теперь я понял, что это такое. Окей. Ля, правда, все черно-белое, то есть мы чуть вот не подохли вот из-за зомбаков, из-за того, что разбились. Не надо было на самом деле биться. Но что поделаешь уже, если разбились, то лады. Показал вам, как кровотечение. Кровотечение становится только биндами. В харде, я не знаю, но восстанавливается может само или нет. То есть, если у тебя кровотечение, это самое жесткое, наверное, или огонь. Это еда или питье, я не знаю, что это такое МРЕ. Но пусть у меня побудет. Короче, ребят, всем спасибо за просмотр, то, что смотрели. Кому интересно было, чисто мое мнение по DayZ. Кому интересно, можете зайти поиграть. Я иногда буду снимать ролики по выживанию. Посмотрим, что будет. Потом. ХПшки я пока не устанавливаю. 2500 также. Даже немножко поменьше стало. Чисто закрой, чтобы... Не приходили ко мне. Снайперка! Не пропадай, позже. Да, оружие не действительно в этом слоте, но все равно. Все, в общем-то, ребят, спасибо за просмотр. И ждать следующего ролика. Возможно, по DayZ тоже будет, если вам понравится. Ну и все. Всем пока.